Всем привет! Сегодня Бестурбот, и мы играем в вот такую игру. И я... Нажми на кружок, чтобы прослушать цвет. Это? Красный. Ну... Красный помидор. Красная вишенка. Красный перец. Фу, хорошо, что ты не сказал. А то, если бы сказал, то... Зелёный. И если бы сказал, то... Да, зелёный. Зелёная чашка. Зелёная юла. Зелёный перец. Зелёная кружка. И вот такая игрушка. Кружка зеленая, и игрушка вот такая зеленая, и зеленый вот это перец, типа, да? Фиолетовый. А это же не мой любимый цвет. Фиолетовый цветок. Фиолетовый люблю... карандаш. Фиолетовая чашка. Ой, фиолетовая чашка. Ой, опять падаю сейчас. Фиолетовый цветок. Фиолетовый карандаш. Фиолетовая чашка. Фу, хорошо, что я аккуратно сказал. Хорошо, что я не говорил, а то бы не услышали вы. Если желтый. Бы я говорил. Ой, да, желтый. Это желтый. Если бы не услышали, я говорю. Желтый лимон. Да, лимон же всегда желтый. И банан всегда желтый. И цыпленок желтый. Я знаю. Желтый цыпленок. Желтый банан. Все понял. Белый. А белый что? Белый шар и белая утка? И белая овечка? Белая овечка. Когда овечка, я угадал. Белый шарик. Белый шар, да, белый шар, я угадал. Белый гусь. Белый гусь, а это я уже не угадал. Оранжевый. Потому что похож на гусь. Или этот? Ну, я не знаю. Это же легко угадать. Оранжевый лук. Оранжевый лук бывает, да, такое бывает. Оранжевая морковь. А это... А я знаю, оранжевый морковь, вот чуть-чуть оранжевый, и все. Ну, чуть-чуть оранжевая тыква. О, да, тыква такая совсем желтая такая. Но иногда бывает, конечно, весь грязи, и надо его помыть. И когда... Сколько можно меня кутать сюда? Короче, меня укусил комар, и это мне не нравится. Это? Голубой. Желтый и голубой. Ну? Голубое ведерко. Голубая ракета. Голубой цветок. Все понял. Розовый. Розовый поросенок. Розовый шарик. Розовая чашка. Все понял опять. Синий. А синий это я знаю. Самолет, конечно, не синий. Он белый. Самолет это он белый. Он не синий. Это неправда. Самолет он белый, а не синий. Синий зонт. Синий самолет. Синий шарик. Ну все, понял опять. Коричневый. Коричневый лошадь, это точно, что гриб это коричневого цвета, и это точно коричневого цвета, точно лошадь, и это правда. Грибы тоже, как там называлось, ай, опять надо проверить. Коричневый. Да, коричневый. Лошадь тоже коричневый. И гриб это тоже коричневый. И мимун, ой, то есть обезьяна тоже коричневый. Ну, короче, это правда. Коричневая лошадь. Коричневый гриб. Коричневая обезьянка. И что дальше? Я все проходил. И что?
И чё? Найди все желтые картинки. О! Найди все зеленые картинки. Ура, ура! Наконец-то! Найди все коричневые картинки. Коричневые картинки? Найди все еще. Красные картинки. Что? Красные? Да, красные. И это красное. Найди все белые картинки. Ну, все понял. И найди все оранжевые картинки. Какие оранжевые? Найди все розовые картинки. Розовые? Это. И вот так. Найди все синие картинки. И это. Ой, это даже метелочек, колокольчик, найди все голубые картинки. Ой, галу что? Голубые, да. Это же тоже голубое. Это же тоже голубой. Найди все фиолетовые картинки. Это же все легко. Умница. Пока-пока.